что ж. И вот она вернулась. Время коммерческих автомобилей. Последние коммерческие автомобили производства нашей ненаглядной — это были каблучки, а потом всякие там мутанты, типа, и на базе вазовских моделей. Но, как правило, эти коммерческие автомобили не имели особого коммерческого успеха. Но надо справедливо заметить, что именно на тех коммерческих автомобилях, ну, начался подъем малого бизнеса. Но, в общем-то, прошло немало, немного, аж 16 лет с того момента, когда мы получили возможность зарабатывать независимо от нашего работодателя. И в итоге сейчас мы можем заработать и купить себе на работу вполне коммерческий автомобиль. Кто производит такие коммерческие автомобили? И кто продает? Автогараж, что на Маржане 9, который является официальным дилером фирмы Fiat. А, соответственно, Fiat'ы собираются как в Набережных Челнах, так и в Турции. Так вот, мы едем пока на турецком варианте автомобиля Fiat Doblo. Fiat Doblo Cargo. За мной нету пассажирских сидений. За мной, ну, сплошная металлическая перегородка. И за мной, между прочим, не маленький, а можно даже сказать, огромный грузовой отсек. И при этом этот грузовой отсек обладает в данной конкретной комплектации тремя дверями, одной сдвижной и двумя распашными. Но как эти двери распахиваются, то есть, ну, нет вопросов, можно заносить товар или груз, как говорится, почти из-за ушей. И грузить спокойно. И заходить спокойно. Вот у меня рост 1,75 м, а я зашел без вопросов. Предназначение этого автомобиля. Ну, разумеется, это небольшие коммерческие перевозки. Но хотя с успехом сюда можно засунуть, я бы с уверенностью об этом сказал, и нормальную ванну, и 6 стиральных машин, и бесконечное множество плазменных телевизоров, и даже холодильники сюда войдут. Неоспоримым преимуществом таких автомобилей, а точнее Fiat Doblo, является, ну, разумеется, его приемлемые, более чем приемлемые аппетиты. И сколько кушает эта машина? В смешанном цикле режима этот автомобиль употребляет 7 литров 92-го бензина, при этом объем двигателя у него, разумеется, 1,4, очень популярный объемчик, и 77 кобыл, и при этом коробочка специальная грузовая, и можно и погонять, в принципе. Неоспоримым преимуществом приобретения, вот, допустим, Fiat Doblo Cargo является то, что, ну, во-первых, пункт А, конкурентов в городе нету. Пункт Б, это 2 года гарантии. Без ограничений, кстати, километров пробега. И плюс эта машина сделана из оцинкованного металла. То есть 7 лет от сквозной коррозии — это, по-моему, более чем предостаточно. Кто-то может пожаловаться, что здесь вот нету кондиционера, и магнитолы пока нету, и стеклоподъемников нету. Но это же грузовой автомобиль, в смысле, он предназначен для зарабатывания денег, поэтому расслабляться не стоит и отвлекаться. Но зато здесь есть очень хорошая печка и очень много свободного места, в том числе и вот здесь сверху, и бардачки, и в общем, этот автомобиль с успехом может эксплуатироваться как на короткие, так и на дальние расстояния. Тем более, что на дальних расстояниях в скором времени, а точнее в этом году, завершается формирование сервисного центра, точнее сервисных центров по всей территории России, поэтому путешествуйте, пользуйтесь услугами гарантии, no problem, и зарабатывайте деньги. Теперь относительно цены вопроса. Цена вопроса и наличие автомобиля. Цена вопроса от 365 до 415 тысяч рублей, соответственно. Ну, автомобиль более чем кредитоспособен, есть и в наличии, и из опыта эксплуатации у меня товарищ купил, доволен так, что, ну, как говорится, очень сложно сравнить нормативной лексикой, но очень доволен.